Будешь прописан в Качкуровском районе? Да. Почему не хотите туда вернуться? Там работы нету. А здесь вы где работаете? Там мусор убирал, весь обжегся, об стекло порезался, все загноилось, гангрена пошла, еле вылечился сам, врачи пробили гнилой. Подождите, а расскажите, пожалуйста, сколько вам лет? 43. Вам 43 года. Вы еще молодой. У вас какое-то образование есть? Да. Какое? Высшее, среднеспециальное. Высшее или среднеспециальное? И высшее, и среднеспециальное. А высшее образование какое? На медика. Вы медик? А какой? Кто? Хирург. Врач чего? Вы хирург. А почему? Вы когда-нибудь работали в профессии? Да. А где, когда? Работал, меня убрали. А где? Потому что я деньги не брал, меня убрали. За первые операции, за болезни я не беру деньги. Из-за принципа. Угу. Клятву Гиппократу. А где вы работали? В больнице. Какой? В Третьей городской. Город? Саранск. Саранск. Понятно. И как давно вас убрали оттуда? Я стал на дому лечить. Вы на дому лечили? Как? А ко мне приходили, я объявление раскрыл по остановкам. Газеты дал из рук в руки. Угу. Ко мне приходили, приносили, что я просил. Выпить, покушать. И мне не надо было ничего. И что, какие болезни вы могли вылечивать? Все. Ну как, в смысле все? Для меня нет секретов. Я телепатией обладаю. Я даже знаю, чем вы болеете и чем вы можете заболеть. Подскажите, пожалуйста. Щитовидная железа у вас маленько увеличена. Поэтому чуть-чуть худеете. Ну это не проблема. Угу. Иконы забрали.